И здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Сегодня... Короче, это канал Максимадзе. И сегодня у нас моды на «Когда стать соседа». И первый мод очень круто выглядит. И как я мог его вообще пропустить? Я каким-то образом взял и пропустил его. Блин, он же с самого меню круто выглядит. Короче говоря, «Когда стать соседа, дела соседа». Это, короче, глобальное обновление. Neighbors from Hell, Neighbors Affairs мы играли в него давно, но тут глобальная обнова такая, что обалдеть можно. Ну и в главном меню музычка из Hello Neighbor играет. Так, давайте посмотрим, что нам тут пишут. Добро пожаловать в легкий режим. Да, кстати, в файле там как бы две, можно сказать, игры. Одна это легкий режим, вторая сложный режим. Давайте прочитаем их различия. Я тут себе зафоткал. Легкий режим, максимально облегченная версия сложного режима. Уменьшенное общее время на прохождение. Более казуальный геймплей, также возвращен 100% рейтинг. Подходит для обзорщиков, ютуберов, для обычных игроков. Рекомендуется сначала играть в этот режим, прежде чем переходить в сложный. А вот сложный очень сильно усложняет игру. Головоломки, загадки, 90% рейтинг. Ловкость подойдет для экспертов, для тех, у кого не сдается при первом проигрыше, для тех, у кого много свободного времени, и это, к сожалению, не про меня. У меня свободного времени не очень много, к сожалению. Играя в этот режим, вы соглашаетесь на то, что вы профессиональный игрок, если вам слишком сложно, играйте в легкий режим. Ну, в общем, автор, Макс 10. Спасибо людям передачи из... моим людям передачи... этим людям передачи из прайдов. Собственно, спасибо ютуберам Максимадзе, Кореш Студио, Ноумат, Макс 00710. Все делал в основном Макс 10. Так, в легком режиме максимально облегченные все уровни. Как это возможно, не теряя их индивидуальности? Режим предназначен... мы это все читали. Не забывайте сложные... Не забывайте, сложность режима все равно выше оригинальной сладкой мести. Угу. Если какой-то уровень много игроков все равно не могут пройти, то говорите, я пытаюсь что-то облегчить, чтобы пройти его смогли все, но почти все. Если есть какие-то баги, пишите в группу ВКонтакте. Ссылка есть в архиве, да. Ну что ж, вот так выглядят настроечки. Вот, кстати, прикольно, что он еще сделал каждый уровень по цвету. Что максимально это красный, такой начинается с зеленого. Прикольно, реально, молодец. Так, с этим что-то я постараюсь скоро сделать. Короче, сезон 1 2012. 11 лет назад, значит. Готовка пудинга. Сегодня сосед решил приготовить пудинг. Он идет на кухню к своему любимому пудингу и начинает его готовить. Правда, чтобы его сделать, придется потерпеть громких звуков миксера. Затем он возвращается в гостиную, поедая конфеты, дабы успокоиться. Но Вуди думает, что сосед недостоин пудинга и решает испортить эту готовку. Вы можете выйти на улицу на первый, третий и т.д. уровнях и рисовать на дверях. Вуди ходит на 25% быстрее. Хорошо. Выйти на улицу и нарисовать на дверях. Чё, правда, что ли? Ого, ни хрена себе, вот это интерфейс. Вот это да. И я в первый раз вижу, чтобы кто-то вот такой интерфейс сделал. И кнопки перемещал сюда. Короче, автор, ты гений. Только давайте делаем звук потише. Впечатляюще, мне нравится. Вообще, уже нравится. О, предметы сюда попадают, прикольно. Прикольно, 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 прикольно. Вообще, очень прикольно. Так, вот это, здесь чашка изменился цвет. Так, это завершить серию через входную дверь. Надо типа здесь, а тут можно рисовать на дверях, говорите? Просто на улицу выйти, а на дверях рисовать нельзя. Наверное, на этих дверях, может, где-то. Может, на этой двери? Нет. На каких дверях рисовать-то можно? Может, на этой двери? Сейчас разберемся.
А, он еще и долго типа поднимался. Здесь ничего нету. Так, спускаемся вниз. Тут еще есть. О, а теперь эта штука розовая. Прикольно. А как этот уровень называется? А, нет, на этом уровне прикольных пакостей нету. Он тут написал прикольные пакости, как их сделать. На этом уровне таковых нету. Ну да, он типа действительно еще поднимается по лестнице там где-то, наверное. Без толку, сюда сосед не идет. А, ну да. Быстрее. Это реалистично, но, конечно, немного замедляет это дело. Но прикольно, все равно. Это хороший момент. Отлично. И на дверях рисовать. Ну, я так понимаю, на вот этой двери рисовать надо. Здесь, правда, проценты немножко... надо изменить цвет процентов, потому что сливается немного. А, вот. Привет от Вуди. Ну, собственно, да. Не только дверь, но еще и стены испачкала. Бомбануло что-то, короче. Три пакости из четырех. А вот теперь четыре. Надо изменить цвета немного вот эти, потому что они сливаются с фоном. А так все прекрасно. Так все замечательно вообще. Мы прошли первый уровень. Прекрасно. За столом. Сосед ест мясо. А, это сезона 2. Прикольные пакости начинаются даже. Так, за столом. Обычный ранний вечер. Сегодня днем сосед купил в магазине 2 килограмма мяса. Конечно, он один это не съест. Позже он привезет мясо Ольгиме. Ага. Сосед ест мясо и внимательно слушает новости. Ни на кого и ни на что не обращаю внимания. Сосед... Затем он идет на кухню, чтобы взять еще один кусок. Вуди не хочет это видеть, потому... Вот, не помешает. Поэтому он помешает сыну наслаждаться мясом. Тщательно читать описание в сериях. Я так понимаю, когда он смотрит новости, мы можем проходить беспрепятственно мимо него. Или на цыпочках, по крайней мере. А может и... Если он ни на что не обращает внимания, наверное, можно просто беспрепятственно мимо него проходить. Так. Вуди делает пакости на 25% быстрее. Хорошо. Такое вот оранжевое небо прикольное тоже. И сосед, по-моему, на псе на своем стоит. Ух ты, ну этот, ух ты, это что, закат что ли, или рассвет? Прикольно, мне нравится. Ну это из Neighbors Back from Hell, наверное, взят. Прикольно вообще, молодец. Так, ну здесь больше ничего взять нельзя. Под ковриком ключик, наверное, скрывается наш. А, нет, стой. Какая беда, а? Ну, бумага в унитаз, я так понимаю. А, вспомнил, он же когда ест, можем беспрепятственно мимо него проходить. Ну ладно, сейчас тогда подождем уже. На кухню сходим. А, стоп, уже поздно. Поздно. О, даже в этом окне сделали, прикольно. Сделал. Молодец, автор, молодец. Прям красавчик. Давай быстрее. Да, мимо него тоже можно проходить вообще без проблем. О, последнюю секунду сумел свалить. Так, ключик от аптечки у нас теперь имеется. А что не взял? Здесь есть слабительное, надо его растворить, применить куда-то. Хорошо. Понял. Вас понял.
Бутылку, наверное, надо взять пустую. Может, кнопки ей надо в этот... Мясо? Нет. Не в мясо. Что там? А, нет, яйцо в микроволновку надо. Это точно. Да. Давай, спускайся быстрее. Наверное, надо аптечку ее применить. Нет? Ну ладно, что ты, блин, с яйцом. Надо его растворить, чтобы куда-то применить. А, может... А, сначала на... А, кран включить надо сначала. Вот оно как. Прикольно. Прикольно. Отлично. Ребята, вот побольше вы таких модов, серьезно. Вот это мне нравится. А, надо растворить еще слабенько. А, стоп, я уже... А, я растворил уже. Я думал, тут цвет еще там не изменился. Срать пойдет потом. А мы применим кнопку сюда. А то, что кран льется, он не заметил, видимо. Кружочком вращается, причем так. Отлично, этот уровень прошли. Так, первый день осени. Странно, но осень наступила. Раньше на месяц. Из-за этого сосед расстроился. Он берет трубочку и идет курить на крыльцо, потом смотреть за соседкой. Каждому прохожему не нравилось, чем занимается сосед. Вуди помнит правила, курение убивает, решает это испортить. Так. Некоторые предметы нужны в двух количествах. Обыщите объекты по два раза. Комоды, холодильники и так далее. Сосед ходит на 15% медленнее. Окей. Ну, там даже под каждым уровнем иконочки не меняются. О, нифига себе, еще и дождь идет. Офигеть. Здесь ничего нету. В аптечке есть таблетка против страха, но мне делать с ней нечего. Таблетка против страха? Это что за таблетка такая против страха? Никогда таковых я не видал. Закрытая коробка. И мы ее так просто, я так понимаю, не сможем открыть. Он не знает, как открыть ее. Пустой стол. Надо что-то положить сюда, чтобы сосед испугался. Таблетка против страха. Может, как-то с этим связано. А, он сначала за табакеркой пойдет. Можно выходить на улицу. Да. Обыскиваем холодильник. Ничего нету. Как ни странно.
А, нет, ага. Порох, табакерку надо. Ага. Ну давайте. Было, например, положим. Ну это точно сюда, ножницами коробку открывать нужно. Ага. А, помню, была какая-то так, такого крипера надо поставить. Ой, беги быстрее. А, он же нам, он на мыле задерживается же. Фотография крипера. На эту стену. Интересно, нам обязательно на улицу выходить будет? Можно ли куда-то еще приклеить? Раз у нас две фотографии, может еще куда-то можно приклеить? На запертую дверь, например. Только как можно испугаться крипера? Это же... Прикольно снял еще. Специальная версия анимации. А, нет, нельзя вешать эту стену. Блин, надо было, наверное, надо. Может, фотографии надо на бинокль повесить. Я так предполагаю, это возможно. Надо будет попробовать сейчас. Ну да, я угадал. Пусть идет покурить. Так, давай. Давай, иди к биноклю. Обсеришься сейчас. Обсеришься сейчас. Ну да. Только зачем пластырь ему, я не знаю. А, таблетка против страха, типа, он все-таки будет и применять. Но почему здесь пластырь нарисован? Надо поправить. Прекрасно. А, каждый вот это, каждый значок разного цвета, что ли, будет? Вот тут здесь такой зеленоватый цвет, зеленый цвет, светло, здесь немножко другой оттенок. Видно, что здесь зеленая там на фоне, и так голубенький еще есть, а тут оранжевенький такой. Интересно, какой будет здесь? Да, видите, вот тут иконки все меняются. Вообще классно. Куртка в стирке. У соседа сегодня случилась трагедия, он нес одежду и упал. Он испачкал всю одежду, которую купил, в том числе, и которая на нем была одета. Приходит домой, берет одежду, кстати, они у него все одинаковые. Стирает, потом одевается... Также сегодня он купил фиалку Сьюзи, чтобы скучно не было. И аромат в доме был. Он берет лейку и опрыскиватель. И поливает Сьюзи. Вуди надеется, что сосед отучится падать из-за какой-то фигни. Да. Чтобы навести на вешалку, находитесь в комнате, где и она есть. Вуди переходит через этажи быстрее. Хорошо. Жаль, одежда одинаковая, так было бы еще интереснее. Темно, как все стало.
Опой, на кухню не надо нам идти. Обалдеть. А это, а чё, там город какой-то, что ли, или что это? Не, чувак, ты офигенный. Было, я забыл. А теперь быстро в шкаф. А, шкаф закрыт. Ох, успел я. Блин, обалдеть. Нет, чувак, ты офигенно сделал. Даже двери затемнили. Духовка у него включена, причем микроволновку сосед выкинул, поэтому это теперь замена. Да, наконец-то мы увидели функционирующую печку у соседа, плиту. Раньше она просто как декоративный элемент стояла всегда. Нет, воняющий. А, что, серьезно, что ли, туда надо? А, ну да, сейчас такая вонь будет. А, плавленый сыр куда-то надо. А, возможно, надо это... использовать ягоды в корзину эту, возможно. Надо попробовать. Короче, сыр или... что-то из этого, да, надо ягоды в корзину, а сыр плавленый в леечку, я так понял. Все, отлично. Почему шкаф запертый только у нас? Шкаф заперт, нужно как можно скорее найти ключ и открыть его, пока сосед не пришел. Тут где-то ключ может быть? А, в вешалке спрятаться можно. Что это только что было вообще? Чувак, ты просто гений. Ты просто гений, чувак. Ты сделал временную... ты сделал пакость... ой, это какую пакость? Возможность прятаться на время. Обалдеть. Обалдеть. Не, это вообще, ну, в натуре класс. Зашибись. Четко. Так, о, красное. Я так и думал, что красное будет. Неудачное утро. Раннее утро. Сосед, сейчас будем называть его ротвейлером, пытается хорошо вздремнуть, однако вечно достающий его сосед, которому ротвейлер занял деньги 22 года назад, только сегодня вспомнил про деньги и просит их вернуть, однако ничего не выходит. Затем ротвейлер идет смотреть на время, чтобы не опоздать к одной важной поездке. Утро может быть по-настоящему неудачным, когда будет заходить в дом. Обратите внимание на слово «нижнюю» и «верхнюю», когда встретите их. После какой-то пакости сосед может и не вернуться домой. Даже страшно подумать. Нижнюю или верхнюю? Что же это может быть? Так, а вот это у нас утречка, это рассвет. Впечатляющее, он тут шторы все завесил. Ой, зачем я еще раз смотрю? Опа! Жаль только, что это так, это тот же самый сосед, а не какой-то другой там человек. Восемь минут аж целых дается нам, ничего себе. Oh, my God.
Заниматься есть, ничего себе. Открывает серые замки, не все. Жаль, вылезти только нельзя раньше отведенного времени отсюда. Вот это единственный минус. А так офигенно. Другой раз. Нижнюю или верхнюю? Надо вот этот понять вообще, что это такое. А, вот этим надо открывать. Уже каким-то хлоуныбором начинает попахивать, что надо замки открывать. В ванной делать, похоже, больше нечего. Открыть надо. Надо найти ключик от аптечки где-то. А, вот что такое нижнее и верхнее. Понял. На полк. Выключатель надо использовать. Прикольно. Это что за книга? Книга, чтобы научиться драться. Ага, понял. Телефон есть. Тут какая-то кнопка, написано позвонить из другой вселенной. Давайте-ка нажмем. Давайте немного попозже это испробуем. Снотвор. А, таблетки для кошмаров. А, ну я вообще не представляю. От того, что свет включен, это он так сейчас среагировал, или что это такое было? Сосед может... я забываю все время, где кнопка пауза. Тянусь к эскейпу все время. После какой-то пакости сосед может домой не вернуться. Короче, надо до этой пакости сделать все. Книга, чтобы научиться драться. Куда ее применить нужно? А, наверное, этому мужику надо дать эту книгу. Ой, господи, не то. Мужику надо книгу эту дать. Я помню, было у нас в каком-то выпуске по модам, видимо, этот мод был. А тут стало куда хуже. Ой, куда это он? А с часами что-то сделать еще можно? А, понял. Часы с другим временем. Ой, куда пошел? Ну, здорово, я паджик из вселенной Dota 2, а ты паджик из вселенной, как достать соседа? Пошел нахер, кто звонит мне? Придурки. Часы с другим временем. Сейчас покажем мужику, как надо драться. Ой, нет, стой! Стой! Ага. Вот оно что. Давайте. Ну я, короче, часть. Вот через какой пакости он не вернется домой, понятно. Короче, напоследок это надо оставлять, видимо. Ладно, сейчас переиграем уровень, и я обрежу его часть. Проснулся.
Че, этот мужик придет, нет? Давай, мужик, я тебя жду. Здорово, мужик, вот. Теперь ты точно справишься с нашим другом. Это что такое? Это он в обмен нам дал. Прикольно. Отлично. Масло на полу, офигеть. Ну-ка посмотрим, что сейчас будет. Обалдеть. Ну, здорово. Блин, походу вот это вот надо. Дота 2, а ты паджик из вселенной, как достать. Надо это, похоже, подождать, пока он проступит через это мыло, иначе. Ой, масло, господи. Иначе пакость это не сработает, когда мы часы вот эти переделаем. Да, мод прикольный, но долгий, конечно. Но надо как минимум еще один, наверное, заснять будет. Хорошо. Что это такое? Он встать даже не может. Отлично, а теперь делаем ту самую роковую пакость. Одну ключевую пакость, наверное, на этом уровне. Которая исключительно должна быть последней. Только так можно будет победить соседа на этом уровне. Этот мужик уже не вернется. Потому что он это... Полиция за ним, наверное, приехала. Куда он пошел-то? Так, ну и теперь завершение. Разоковая пакость с часами. Вот так-то. Победили мы этот уровень. У нас еще целых 4 их, обалдеть. Нет, не 4, куда больше. Мне такое чувство, что этот мод займет весь выпуск. Конец 2012-го. Угу. Сосед радуется ради подарков. На носу уже 2013 год. Сосед решил отпраздновать его наедине с собой любимым. Он пьет вино и ест мандаринки. Затем идет в ванну, дабы удалить этот мерзкий запах из подмышек. После этого сосед идет к телевизору, включит его, ждет премьеру, падает на кресло и просто смотрит. Но Вуди знает, что сосед подарков не заслужил, поэтому он переодевается в новогодний свитер и решает испортить Новый год. Вы можете прокачать какой-то предмет из 1 до 2 звезд. Сосед переходит через этажи быстрее. А, это усложнение, значит.
Что здесь прокачать нужно? Да, это город, похоже, там где-то. Че, он окно себе покрасил, что ли? Почему у него батарея раскаленная такая? У него же дом поджариться может. Ящик для улучшения. Ящик с инструментами. Что можно улучшить? Пилу, наверное. Но на это нужно немного времени, да. А, прекрасно. Это у нас пила на две звезды. Отлично пилит. Это он что, чипсы ел, что ли? Интересно, с каким вкусом? А-а-а, вот я и сдох. Вот я и застрял. Мне деваться некуда. Ну ладно, посмотрим за то, как будет выглядеть анимация, что нас поймает. Хорошо. Есть изменения в ней тоже. На ванну пойдем. В ванну, короче, чуть-чуть пойдем. Если этот мод весь выпуск займет, я, пожалуй, следующий выпуск по модам сделаю не через полмесяца, а может через неделю даже, может и меньше, не знаю. Красный ключик у нас, а нам надо зеленый. У этого пульта кнопка заела. А, понял. Копается в мусоре. Как нехорошо копаться в мусоре, мы не успеваем это сделать. В ванну зайти мы вряд ли уже успеем, но надо... Нет, не успеваю я. Не успеваю. А, он... А, сериал про него, короче. А, блин. Эта пила, ну, не сможет распилить кресло. Копаемся в мусоре. Что можно сделать с арбузом? Что можно сделать с новогодним столом? Ладно, с этим разберемся потом. Ящик для улучшения используем. Так. Неплохо, неплохо, неплохо. Почему ключ красный? Открывает красные замки. Я не вижу красных замков тут. А, вот этот красный замок. Вот этот. Идем в ванну. Лимон. Что с лимоном можно сделать? Ой, бежим. Подарок один раз только можно посмотреть. Да. Посмотрим, что можно, на что новогодний стол у нас сгодится. Лимончик. А, это мандаринки, это не чипсы. Нет, все. А,
А, пила, это еще для этого нужно. Можно ли с мандаринками что-то сделать? Это вопрос у нас еще открытый остается. Здесь я что-то смотрел? Нет, ну да. То есть да. Что он делает, блин? Ой, впечатляюще, да. Съеденный арбуз. Лучше бы этот арбуз съел я. А кто тебе не разрешал? О, зеленый ключ, вот где, оказывается, был. Гаечный ключ-то куда применить следует? Или поздно уже было, или надо было раньше поварёшку брать. Сейчас посмотрим, что в шкафчике в этом хранится еще. Попал в рот клей. Мандаринки, значит, наверное. Да. А вот гаечный ключ куда, я так и не разобрался. Ой, ой, беги, беги. Починит и сломает что угодно. А, раковина. Фиг его знает, что надо делать. Надо было, наверное, поварёшкой арбуз взять, может быть. Отлично, все пакости сделаны и... Поварёшка не нужна уже никуда вообще. Так, серебро, неплохо. Еще сколько времени прошло уже? Ну что ж, у нас еще оказывается целых этих 4 уровня, и походу этот выпуск может даже больше часа будет. Но все же посмотрим. В этом выпуске других модов точно не будет, поэтому я сделаю следующий выпуск не через полмесяца, а раньше. Может, через неделю, может быть. Так, мастер-ломастер, прикольные пакости, говорят. Включи плиту, найди в шкафчике на кухне поварёшку, используй ее на спагетти. Затем должна появиться поварёшка с спагетти, используй ее на чашу. С помощью платка из комода возьми чашу со спагетти, используй ее на холодильник. Как все сложно, ну давайте разберемся. Февраль у соседа начинается с гениальных нет планов. Он хочет сделать ремонт спальни и пытается прикрутить лампочку. Сосед бросает это и идет брать из холодильника мороженое зимой. Из пудинга, который Вуди недавно не, в скобочках, не испортил. И пытаясь собрать стул второй раз, все провалом. Не раз сосед увидел Гарри и стер ему память. Сосед использует Гарри, чтобы угрожать Вуди. Ох, ничего себе. Все планы соседа разрушаются, когда Вуди хочет мести. Банановая кожура в каждой комнате будет давать различный рейтинг. С каждой новой серии будут открываться новые комнаты. Угу. Хорошо, хорошо.
У него и. У не... Только не говорите мне, что у него. Что у него еще четвертый этаж есть. Впечатляюще. Очень впечатляюще. На улице. О, ничего себе. Вуди без головы нарисовал, короче. Ой. Кисти и краски есть у нас. Включи плиту, найди в шкафчике на кухне поварёшку. Лампочка есть уже. Посмотрим. Так. Лампочка. А, платок нужен. Очень холодная. Светится, если электричество идет, откуда оно еще идет? Так, надеюсь, он не пойдет сюда. Капец, какой длинный мод, но такой офигенный вообще. Какую-то комнату неизвестно, тем не менее туда не пройти. Осмотреть хлам. Давайте осмотрим хлам. Неужели там что-то полезное может быть? А, ну да. Есть полезное что-то. Кисти и краски на книгу, может, надо. А, нет, сюда, наверное. Нет. Не, лучше шпилькой аптечку открывать. А что, лампочку сюда надо вставить? А, ничего себе, прикольно. На, обалдеть. Что сейчас будет? Опа! Моргнуло. Не, чувак, вообще шикарно сделал. Эй, а ты чего на меня испугался? А, он даже... А, он забыл даже. Он даже забыл брата своего. Вот, кстати, Гарри, его же Игнатий Шубич придумал. И в самой первой картинке, где он был, у него не красная, а фиолетовая полоска была. Чашка со спагетти. А как плиту-то включить? Как плита-то включается? Нет. 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 Как включить плиту и где поварёшку взять? На этом ли уровне сложности это вообще есть? Сыр, я вам! Сыр, я вам! Сыр, я вам!
Включи плиту, найди шкафчики. Давай, варюшку, здесь спагетти. Таблетки, что с ними надо делать? Таблетки, а фиг его знает, что с ними делать надо. Горячая. А, вот шкафчик же, ё-моё. А, нет, это мусорка. Короче, офиг его знает, как это сделать. Давайте пробусим этот уровень. Я не знаю, как включается плита. Блин, я в подвал-то забыл посмотреть. Я в подвале-то не посмотрел ничего. Блин, дайте мне интересно посмотреть, что в подвале, я туда не заглянул. Вообще, я забыл посмотреть, что там находится. Завершить серию через флаг можно, серьезно? В кладовку ведет. Ага, пытка с клеем. Ладно, я все равно не понимаю, как включается плита. Фиг с ней. Ох, нифига ж себе, обалдеть. Ладно, давайте пропустим уровень все равно. Но прикольно, мне нравится. Так, жизнь толстого спортсмена. Сегодня сосед проснулся в 5 утра. Это, напиши, как это делается, пожалуйста, в комментах. Или это, может, на сложном уровне, хотя не знаю, сомневаюсь. Жизнь толстого спортсмена. Сегодня сосед проснулся в 5 утра с очень хорошим настроением. Он пригласил Ольгу, чтобы она восхищалась тем, как он поднимает тяжелую штангу. Ну, естественно, ни для чего же другого. Но он сам, конечно, такую штангу не поднимет. Поэтому он выпивает зелье силы. Обалдеть, даже такое есть, когда сосед соседа. Обманывая при этом Ольгу. Затем ротвейлер идет к своему новому массажному креслу, дабы отдохнуть. Но, чтобы окончательно расслабиться, он берет лейку и идет поливать цветы на балконе. Идеальное утро. Так, не боитесь, Ольгу, она с вами ничего не сделает, просто завидует. Мац недавно прокачался, его теперь гораздо легче разбудить. Что, даже на цыпочках мимо него не пройдешь, что ли, или что? Ох ты ж, ёшкин кот. Это что за вечеринка такая у него? Обалдеть, я восхищен просто. А, ну да, он еще и красный такой. Нет. На цыпочках мимо него пройти все же можно. Ай, блин! Вот и я забыл опять про то, что он сюда идет. Слушайте, ребята, знаете что? Давайте не будем уже эти серии проходить. Потому что это нас слишком долго затянется. Очень надолго. Но я думаю, я за кадром в это поиграю обязательно. Давайте посмотрим. Ну, давайте остальные уровни просто посмотрим. Хэллоуинская ночь. Никогда не играю в 3 часа ночи. А я играл, и ничего не происходило, ни страшного. Наш сосед очень боится Хэллоуина, но именно в эту ночь у него вырубили электричество. Но это ладно, сосед просто не может уснуть. У него сегодня бессонница. Сосед решает искупаться в ванной, пока... Ложа.
Ложа в мамину сумку ключ, но без электричества тяжело обойтись. Выпьем зелье ночного зрения. О, на Майнкрафт уже какая-то отсылка, наверное, идет. Так он и решает попробовать собрать свой старый велосипед. А на Матса напал голод, и он хочет съесть сырого мяса. Хэллоуин — идеальный праздник для развлечений с соседом. Пока сосед в ванне, можно обойти его на цыпочках. Один предмет, который не поможет вам в пакостях, но поможет вам для удобства есть. Хорошо, но мы не будем проходить, просто посмотрим на него. О, даже Гарри может есть, а, вот, чудо-кодов. У него тут какие-то два лифта здесь. Куда они ведут? Ох, ё-моё, красная ночь, обалдеть. Красная, мать его, ночь. Это заборчик какой-то, что ли, здоровенный? Короче, нет, я и за кадром это играть буду потом. Надеюсь. Рассвет 2014. Та самая новогодняя атмосфера. Мишура, елка, гирлянда, а самое главное — еда. Именно так и думает наш сосед. Он берет ингредиенты для салата и идет вниз за майонезом. А заходя на кухню, режет все содержимое и добавляет чуть-чуть майонеза. Но как же выйти на балкон? Как же не выйти на балкон и не подышать свежим воздухом? Салат готов. Сосед идет к столу наслаждаться каждым кусочком оливье. Ах, пальчики оближешь. Но он же ел вилкой. Все-таки. Ну да ладно. Но он вспоминает, что нужно побриться, идет в ванну. Зря Вуди не пригласили. Он подготовил бы лучший салат на свете. Следуйте всему, чему вам говорят. Мать соседа хитрая, она может вас обмануть. У нее есть еще и суперский слух. Да, нифига ж себе, е-мое. Так, опять у него светится все. Out of order. Это тоже отсылка. Вообще, оба лифта, это из Hello Neighbors взяты. И та, эта картинка. Какой-то странный. О, охренеть! Охренеть! Чё, можно еще выше подняться? Слушайте, у меня есть задача. Подняться на самый верх. Но у него еще этажи там есть наверху. Сосед. Это, я так понимаю. Ой, блин, нет, эти. Беги. А как мимо нее обходить-то? Так, о, желтый холодильник, желтая плита, обалдеть. Сосед богатый стал. Стой! Блин, да сколько можно? Дайте мне уже пройти наверх. Она же не поймает меня, я забыл. Я должен отправиться туда, наверх. Видать, сосед тебя опять похитил. Прикинь, а ты снова поможешь мне, а я тебе. Ага. Впечатляюще, просто впечатляюще. Никогда такого еще у нас не было. Чтобы был четвертый и даже пятый этаж, как достать соседа. Это двери... В казино! У него казино есть, вы прикиньте! А что еще? А еще выше что-нибудь есть? Так, выходим, смотрим последний уровень, у него там еще что-то будет, да? Стоп, это же только что было, мы же только что эту серию смотрели, обалдеть. Короче, предлагаю на минуточку зайти в сложный режим, посмотреть, что там... Смеется. Так, я открыл сложный режим. Давайте посмотрим, что здесь. В этой версии я облегчил почти все уровни. Теперь их проходить стало легче, но уровни во втором сезоне все еще могут быть сложными, и их далеко не каждый сможет пройти. Но при первой разработке они были гораздо сложнее. Если вы хотите пройти этот мод, то читайте описание каждого предмета и объекта. Это оригинальная версия.
Типа сложный режим это оригинал, а мы облегченную версию играли. Так, ну тут прогресс у нас стал немного не таким. Ну-ка, давайте нажмем. Интересно, насколько сильно это усложнено. Ну-ка, дайте посмотреть. Какой-то магазинчик есть. Пойти в магазин можно. Что, правда, что ли? Этого не было в облегченном режиме. Появился ребенок. Вот этот. Ты давай уже быстрее. А, я вспомнил. Было такое дело. Надо там монетку надо было брать. А за столом что? Ну, не будем каждый уровень смотреть. Потому что это слишком долго затянется. А тут я не знаю. Вот неудачное утро, интересно посмотреть будет. Там-то я много чего запомнил. Я ничего особо не наблюдаю. А здесь включается плита или нет? А здесь можно плиту включить, а в легком нельзя, значит. Достать поварешку, включить плиту. Поварешку. А, включить плиту надо. А, надо еще подождать, пока он нас заготовится, что ли. Блин! А, ну ладно, фиг с ним, короче. Ладно, вы сами можете эти пакости посмотреть, я за кадром уже буду это смотреть, мне реально интересно. Ну, короче, ребята, как я оценю этот мод? Это, я честно скажу, это самый офигенный мод за всю историю существования этой рубрики вообще. Конечно же, галочку ставлю, ну конечно. Если бы можно было бы поставить еще выше, я бы это сделал. Ух, ребята, к сожалению, только один мод в этом выпуске, потому что он был слишком долгий. Но, может быть, где-то через неделю, на следующей неделе, может, даже чуть раньше посмотрим. Я сделаю следующий выпуск, и в этом, как бы, компенсация за то, что в этом выпуске только один мод был. Ну, в общем, ссылка на этот офигеннейший мод будет в описании. Качайте, играйте, я думаю, вам понравится. Пишите в комментах, как вам этот мод. Ну и, надеюсь, мне, может, что-то подскажут в комментах. Может, я что-то упустил интересное. И будем обязательно ждать третий сезон. Обязательно будет интересно посмотреть. А пока на этом все. С вас Иклос, подписывайся на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, влоговый канал. Вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.